Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Александра. У нас здесь 34 самоцвета. 34К самоцвета мы еще не проснулись, поэтому ролинг будет веселым. Находится он в гильдии милиция. Нам сегодня она пришла. Что у нас тут? Первые, вторые, третьи, четвертые, пятые места. В общем, все места, какие вам надо. Битва гильдии атака фортов. Боссы 17.00, 21.00, атака фортов 20.00. По вопросам пишите в телегу Алекс Шнайдер. Кидайте заявочки, вступайте. Место, как видите. Все хотят в милицию. Мало. 427 тысяч силы. Смотрю, что аккаунт немножко донатный. 72 тысячи доната. Но это такое. Это не так уж и много. Поехали, посмотрим. Стандартная картина. Да, землеройка свалена. Культист, Рифит, Зефирик. Ну, Космо хоть есть. В общем, надо каких-то имба-героев вытащить. Ролить мы будем сегодня под коллекционер. Он у нас еще не прошел. Еще 23 минуты. Поэтому мы успеваем. Это, конечно, жесть. Сколько вчера было всего. Башка вообще не варит. Но постарался по максимуму заролить. В общем, поехали. Let's go. Так, все, плюшки забрали. Сразу же так, хоп, и Рино падает, неплохо. Вот нравится мне Атлантик, Бульдозер, Полгрома. Ну, все имба-герои падают, ребят. Космо, Космо одержимый, видите, надо все-таки с утра, когда еще не проснулся, ролить. Командорка. Вот командорки, кстати, вроде у него и не было. Ебой, да? Недостающий герой, поехали. Собьем эту полосу невезения. Но, блин, Космо, блин. Просто на изи вытащили. Но он у него, конечно, есть. Но есть командора уже, наконец-то. Так, окей. Шаман. И налетчик. Стрелок. Хранитель. Нифига себе. Одержимый. Ну, одержимого уже могут все собрать. Ну, практически. Суккуб. Ну, рандомчик. Давай кого-то свалим на землеройку. Ворожея дал. Друид тыква. ПБшка. Еще один друид. Сноу. Саклинательница. Ну, неплохо. Такс. Блин, ну, командора, ну... Махатма, суккуб. Ну, суккуба, я думаю, он и так мог получить. Бугимен. Есть кого выбивать. Ну, хотя я уже не раз говорил. Копите в районе 40К. Тогда хоть какой-то более-менее шанс есть вытащить этого недостающего героя. Потому что, когда так мало самоцветов, мы только дразним рандомчик. Прорывы против слилось. Странно, что у него одержимый огника нет. Наверное, очень умеренный донат. Ведьма. Асурик. Валентина. Да что такое-то, а? Это просто ужас какой-то.
Так, окей, поехали. Нифига, короче. Инка. Жизнь, боль. В общем, вот так вот, ребята, такой вот коллекционер. Сейчас я вам покажу еще коллекционера на английском сервере. Я вчера уже поздно вечером туда забежал. Ну, что могли, то выбили, получили. Сейчас, кстати, надо будет вернуться, посмотреть, сколько мы слизней собрали. Но я думаю, вряд ли мы их собрали. 30к очень редко. Так, нафиг нам эти апгрейды. 30к реально очень тяжело собрать слизней. В районе 40-50к это все происходит. Ничего себе. Двести самого дадут. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, мы на аккаунте Пересвета. Я с него так и не выходил. Но посмотрите на вот эти вот награды, ребят. Убиваете культиста, получаете топовые сумки. Получаете две сумки. Ну, отсюда понятно. Один осколок, девятую эмблемку. Стрелка выбили, получили опять же две сумки, топовый скин. Ну, за жилейки сумки Огника. Тоже, в принципе, и карточки. Давайте попробуем. Хоть попробуем чуть-чуть. А вдруг сейчас оккультиста вытащим. Ниндзя. Варлок. Места не хватает. Ну, такое. Тоже не особо падает. Но в чем плюс коллекционера здесь, то что вот посмотрите, вытащили пятые сундучки. Ну, то есть получше плюхи, чем изначально на русском сервере. Поехали обратно. То есть два сундука таких, ну, намного приятнее, чем то, что я сейчас вам покажу. Карта смены и четвертая сумка, с которой вы вытащите, ну, питомцы. Разница чувствуется, да? 13-15. Я говорю, ну, в принципе, ему космо и не нужен. Изворот ему, скорее всего, был бы лучше. Вот, поэтому... Что я могу сказать? Это русский сервер, как обычно. Ничего себе. Ничего себе. Публик с героями, но это, конечно, долго собирать придется эту всю дичь. О, кстати, я так и не посмотрел. Качается 25 уровень. Что-то смотрю, много ребят они набирают. 1500, 6900. Как-то странно местами награды идут. 5400 выше, чем 6. В связи с чем? Не знаю. Ладно. В общем, такие вот дела, ребятушки. Выпали нам имба-герои некоторые, выпала командорка, но, к сожалению, больше ничего. Мало-мало-мало. Мало-мало самов. Ну, все, что мог, то сделал. Хоть один недостающий герой есть, поэтому... Хоть что-то. Посмотрите, космо вылетел. Один космо только чего стоит. А у него еще максимум мест, придется потом кого-то сливать. Ну, мы вчера ночью все повыбивали. Конечно. Ну, тут аккаунт, в принципе, от этого не страдает. Ну, тоже хотелось бы эти герои. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Я хочу после этих роллингов спать. Не высыпаюсь, но постарался по максимуму сделать. Всем удачи, всем пока.